Как бросить курить? Простого ответа на этот вопрос нет, но не прав тот, кто считает, что это сделать невозможно. Всемирный день борьбы с курением поддержали на дальневосточной дороге. На городской вокзал пришли и те, кто имеет эту вредную привычку, и те, кто давно уже не курит. Все они меняли начатые пачки сигарет на подарки. Раньше курил, просто задумался обо всем об этом и понял то, что мне это не нужно в дальнейшем. Мне это ничем не поможет, только наоборот навредит. Поэтому больше мне это не надо, я больше не курю. Вот люди, которые курят, да, они как себя чувствуют? Ваши? Ну, вообще... По-честному, давайте. Я, наверное, поглощаю дыма больше, чем они. Поглощаете дыма, да? Конечно, поэтому я против курения. Я, наверное, с детства думала, что курящая девушка – это плохо. Особенно сейчас был, когда последний звонок, это было просто с чем-то. Девочки вытаскивали из сумочек только сигареты. Пришедшие сюда топтали пачки с сигаретами, а волонтеры раздавали листовки. Там популярно объяснялось, почему нужно бросить курить. Кто-то говорит спасибо, кто-то говорит отстаньте от меня, я не хочу эту листовку. Кто-то просто берет и, не задумываясь, потом выкидывает в урну. Но главное, что мы делаем это, и надеюсь, что хотя бы самый большой процент людей, которые получили эти листовки, хотя бы их прочитает. Вода камень точит, признаются волонтеры. И если после акции хоть на одного курильщика стало меньше, это уже победа.